Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, очередной выпуск по Mobile Royale. Mobile Royale, что-то я путаю все их. Это уже не знаю какой, 20 какой-то там выпуск, да, сегодня мы продолжаем проходить кампанию. Вот, кампания у нас получается шестая, да, я знаю, что, например, открыть игрок... У нас получается 34 уровень. Кстати, у нас какой-то уровень? А, у нас 44 уровень. У нас, в принципе, уже больше, чем обычно. Так, можно улучшить немного вот эту женщину. Вот на до 43-го. Можно до 43-го? До 44-го. Который сейчас у нас уровень. Вот. Мы сейчас их получаем. В принципе, мы, знаешь... Да и всех, наверное, сможем до 44 уровня улучшить, а хотя не всех. И вот этого чувачка, который у нас основной. А, лидер в плену у нас. Лидер в плену, она постоянно здесь нападает. Кстати, здесь 25 уровень уже последний, я думаю, можно улучшить. У меня уже последний 25 уровень, ладно, не суть. Давайте мы идем в бой. Будем всех хвалить. Мне кажется, даже здесь размещение войск. Кстати, здесь поменялась, видите, визуализация. Да. Именно бой был сбоку, сейчас сверху, не знаю. Ну, как бы. Прикольно. Ну, фиг его знает. Так, получается, у нас все. Так, все у нас коняшки. Поэтому нам нужно. Кого? Всех. Не, всех. Заградительный огонь. Вот, всех таких. Здесь четвертый. Конечно, здесь лучше еще одного дальнего. Ну, в принципе, пофигу так-то. Здесь, кстати, гвардейцы, гвардейцы. Новый. Ага. Ну, конечно, один. Окружите их, вероятных пассивных торговец. Ладно. Здесь не надо, по сути. Опа! Блять, а у нас... У нас же, да, дальники, по-моему, против, да, этих? Чуть-чуть-чуть, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Бам! Ух ты, смотри, убивает, ну, то есть, точнее, не убивает, но... Так, это где у нас? Вот этот ближний бой. Надо маленько улучшить, а то... Так, стреляем. Бамс. Ох ты, поубивали. У нас почти герой сдох. Это странно. Очень странно, кстати. Следующая глава. Охотничий отряд. Так, у нас здесь дальники, смотри, какие дальники. Вот такие. Значит, делаем что? Давай себе ближнику сделаем тогда. И здесь новый. Ой. Здесь этого чувака. И, пожалуйста, у нас мощи-то хватает. Дофига. Ну, давай-ка. Да. Мощь, я бы сказал, даже больше, чем обычно. Ладно, пускай они там автобой будут. В принципе, нам кастовать-то не особо надо. Хотя вот иногда он автоматически начинает. Лунные скитальцы. Нежить появляется толпами вдоль ваших границ и ставит под угрозу невинные жизни. Вам лучше отдать виновному. Постойте, мы находимся здесь по просьбе лунных скитальцев, чтобы выяснить, откуда взялась нечисть. Мы из клана. Ладно, короче, нечисть какая-то. Это что, вообще нечисть, что ли? Ух ты, сейчас его это... Бьют моих, смотри-ка. Убивали. А, демораль была? Дезмораль. Демораль. Была дезмораль, по-моему. Последний бой, кастовать.
Стена щитов. Стена щитов. А, кстати, этих вот, эти чуваки. То есть их туда кидать. Я не знаю, почему их кидается отсюда, то есть а не оттуда их кидает автобой. Просто я бы заморочился не автобоем, если бы у нас была какая-то, знаешь. Так, у нас что? Так, посмотрим, 6 глава. А, еще одна. Так, еще перед этим еще одна. Сейчас мы сделаем. На изи. На изи опять. Так, надо просто армию брать такую. Теперь мы убираем этих. Берем. Так, так, так. А здесь у нас еще Б. А. Ага. Здесь, в принципе, какая разница-то? Бой. Пропустить. Я не знаю, кстати, как можно вот так вот смотреть. В принципе, что я сбоку смотрел. На мой взгляд, ничто особо не изменилось. Ух ты. Дезмораль. А кстати, что дезмораль? Одна по нашему дезмораль? Ой, смотри, он уже умирает почти. Да-да-да, я вижу. А, в принципе, нам-то какая разница? А, у них... Мы сейчас кидаем. Эти бегут... Пока эти добегут, эта армия. Тущий капец. Одного все-таки убьют. Да, убили. Ничего страшного. Этот герой всегда напрашивается на первое место. Хотя его можно было лучше тоже. Всегда бежит первым. Но его еще... Все, последняя глава. Призраки битвы. Так, две у нас что? Нет, у нас... Так. Так. Вот. Бой. У нас 2,5 миллиона вообще. Так, что это у нас? Давай, битва. Битва за Альянс. Я, наверное, когда-нибудь пройду все-таки здесь. Нужно на миссию. Перестаньте меня валить уже все подряд. У меня постоянно то в плену, то его убивают, то не знаю. Он долго вообще, вот этот лидер мой... Не бывает. Ух ты. Сейчас уже не убивают, мало того лидера. Какой герой-то прикольный. Опа, беги, беги, мой листый толк. Дизмораль. Только дизмораль, что ж поделать. А, блин, смотри-ка. А здесь босса нету, по-моему. Здесь просто мне сейчас дадут. Или нет. Хорош. Да, это читерская фигня. Это вы ответственны за этот ритуал. В ритуале оживления мертвых используется магия тех, кто умер на поле битвы. Фантомы убивают, чтобы получить больше магии из мертвых. Мы не некромант. На самом деле, нас привело сюда расследование. Похоже, между нами возникло недопонимание. Что же поделать? Я рад, что нам удалось прекратить ритуал. Мы просто недопонимали друг друга. По сути, мы закончили главу, открыли другую главу. И скоро, на мой взгляд, скоро мы закончим вообще ее. Всю кампанию окончательно. Так, кстати, мы вот этого берем, чтобы был пропуск. 8. Он все-таки должен улучшаться постоянно. Так. Просить. По сути, герой. У нас должен открыться герой, да? Нет? У нас не открылся герой. А, просто дали вот этих 10 штук. Фу, какой герой.
Вот здесь штука такая. Ладно, в принципе, здесь больше не о чем говорить. Мы прошли кампанию. Да, может быть, постоянно замучимся. И подряд. Так вот сделаем. Даже смысла нету, мне кажется, использовать. Постоянно меня кто-то бомбит, кто-то бьет вообще там. Не знаю, у меня люди не успевают восстанавливаться. Компания лунная, лунные компании все. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Швили, до новых встреч, пока.